Перуанский министр иностранных дел на пресс-конференции 24 января сообщил о решении его страны признать Палестину независимым государством. Таким образом, Перу присоединилось к 8 государствам Латинской Америки, которые сделали это ранее, в том числе Бразилии, Аргентине и Чили. Сегодня мы сообщили палестинскому послу в Лиме, что Перу признает Палестину независимым и суверенным государством. Впрочем, министр не уточнил, признает ли его страна границы Палестины, которые у нее были до 1967 года. По нашему мнению, вопрос о суверенитете – это одно, а вопрос о территории – другое. Мы считаем Палестину свободным и суверенным государством. Вопрос с палестинским государством должен быть разрешен в рамках ООН и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Палестинское руководство рассчитывает использовать дипломатическую поддержку для создания государства на всем западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Израиль оспаривает права палестинцев на эти территории и считает признание государства Палестины латиноамериканскими странами крайне негативным вмешательством в мирный процесс на Ближнем Востоке.